При пересадке гортензии Skyfall у меня сломалась веточка маленькая, но что-то мне так жалко было ее выбрасывать. Я просто налила стакан воды и вот так на вилочку ее, эту веточку поставила. Ну и как бы стоит она и стоит, меня особо есть не просит, так скажем, подписала вилку, что это Skyfall, чтобы не забыть. Ну и поглядываю, тут вот уже колюс образовался, такой вот приличный. Не вянет, главное, так что может еще и корешки даст. Ну, как бы стоит она мне и стоит. Ничего, так вот уже сколько? Ну, около месяца, наверное, стоит. Не вянет, не портится, ничего. Вот так. Так что, может, что-то получится. Успею еще и, ну, поставить на отдых, на спячку зимнюю, если укорениться.